Всем привет, друзья! Сегодня я буду готовить вкусную и простую рыбку хек. Сейчас мне нужно пообрезать у нее все плавнички, помыть, почистить и порезать на кусочки. Нарезаю рыбку на порционные кусочки. Так, рыбку порезала, теперь мне нужно приготовить пакет. Добавляю в пакет муку. Соль добавляю по вкусу, специи для рыбы. Вы добавляете те специи, которые вы любите. Черный молотый перчик. И теперь сюда отправляю рыбку. Хорошо рыбку смешиваю. В сковородку наливаю растительное масло. Обжариваю рыбку с обеих сторон до золотистого цвета. Рыбку пожарила, теперь я ее отсюда извлекаю. Сюда отправляю лук и обжариваю его до золотистого цвета. Теперь рыбку выкладываю назад в сковородку. Здесь рядом у меня уже варится картошечка. Будет картофельное пюре к рыбке. Я буду делать соус. Добавляю в чашку майонез. Нужна сметанка. Сметана у меня замерзла в холодильнике. Кошмар. Горчица. Добавляю немножко паприки. Соль. И все это хорошо нужно смешать. Добавляю сюда грамм 100-150 водички. И хорошо смешиваем. Соус нужно на вкус пробовать. Может быть, добавить еще паприки. У меня паприка копченая. Может быть, соль добавить, можно молотый черный перчик. Также сюда можно добавить специи для рыбы. Теперь этим соусом заливаю рыбку и тушу где-то минут 20 под закрытой крышкой. Все, друзья, рыбка готова. Можно по желанию добавить сюда зелень. Получается она очень сочная и нежная. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.